никак. Просто потеем. А может быть вечером там обкладываетесь кубиками льда, что-то такое? Нет, таких изысков у нас нет. А знаете о том, что... Просто много холодного пива. Все, обычно. Ну вот, например, у вас на голове, насколько я вижу, футболка, да? Это чтобы солнце не пекло. Почему не кепка, а не шляпа? Вот, Денис нашел под рукой. Не предусмотрели, да? Да. А зубов не было? Чего? А зубов не было? Нет, не было. И ни солнечных ударов? Нет. Мы спасаемся. Солнечный мячик. Холодный класс, Волга. А в Волге не страшно купаться, все-таки вода грязная? Такую жару, я так понимаю, вы еще ремонт. Да, ну то есть отпуск и планируем ремонт. Вот как вы справляетесь с такой жарой? Все-таки, наверное, уже тяжело и возраст, и многое дает о себе знать. Очень просто. Холодной водой обмываемся. Полотенце намочишь в холодной воде, обернешься. На голову тоже маленькой повязкой, платок, еще холодной водой. Ванну забираюсь, вот холодной водой обойдусь, я говорю, дышать нечем. У меня и синокардия, и давление, и внутричерепное давление, и ноги болят, и вообще тяжело. На полу это, вот ляжем на полу, растерем на ковер. Как справляетесь не только вы, но и как на это реагируют дети? Дети плохо спят. Плохо спишь? Да. Вот. А так спасаемся кондиционером. А, то есть у вас дома есть кондиционер на работе? Да. Вам повезло. А вот как быть тем, у кого нет? Не знаю. Как вы собираетесь справляться? А где вы работаете? В продукт. А в чем ваша работа заключается? Администратор торгового зала. То есть у вас наверняка кондиционер? Трудно назвать это кондиционером. Почему? Над входом только висит, и все, на весь магазин отлично. То есть дышать все равно нечем. А как вы спасаетесь от жары в таком случае? И умываемся чаще. Тяжело тебе так спасаться, чтобы дышать от жары? Ну, естественно, тяжело. Хотелось бы, конечно, купаться, но время не позволяет. А почему не позволяет? Тренер не разрешает купаться? Да нет, потому что из другого города приехали, и особо времени нет. А откуда вы? Мы из Кувшиново, меня там зовут уже. Ну, расскажи, как в Кувшиново справляется жара? Да долго еще уже. Как купаются, отдыхают, пьют и все. А ну, пьют воду, что? Ну, воду. Все, что. Куда ехать? С градусом, без градусов. У спортсменов нет никакого секрета профессионального? Мне кажется, что нет, как у всех. Да как вот ты справляешься с жарой, еще тем более тренируешься? Да никак, просто играю. Мне даже... Что? Просто играю. Как-то не чувствуется жара. То есть играть ты можешь в любую погоду, в любую аномальную жару. Угу. А может быть тренер что-нибудь советует, доктор тебе, как поддерживать тонус? Да нет, не так. Просто заниматься спортом. То есть человек, который занимается спортом, он даже в аномальную жару будет себя чувствовать лучше, чем другой? Ну да. В связи с очень жаркой погодой Федерация футбола рекомендует участникам первенства и розыгрыша Кубка «Золотое кольцо» среди юношеских команд во всех возрастных группах принимать меры по обеспечению безопасности детей. Просим обеспечить водой каждого игрока из расчета 1,5 литра на человека. Воду в бутылках расставлять по периметру поля во время игры. Обязать игроков умывать голову водой во время каждого перерыва. Судьям рекомендуем в середине каждого тайма игры делать паузу 5 минут для отдыха и возможности выпить воды. Врачам с особой внимательностью до и во время и после игры с состоянием каждого жертвы. Это вот рекомендация дает Ярославская федерация футбола «Золотое кольцо». В принципе, естественно, время сдвигается, как вот первенство России проходит, теперь играют он в 9 часов, там чуть ли не в 10 часов вечера. А так, в основном, чтобы, конечно, безопасить. Жара!